тут атмосфера такая, она уютная очень. Природа, вода, лес. Близко и мне по душе, и Кате. Здесь очень уютное, на мой взгляд, романтичное место на берегу Костромского моря. Мы захотели это сделать не банально, не в ЗАГСе, чтобы это происходило не так все строго и более как-то легко. И, по-моему, это место, оно располагает именно к такому проведению свадьбы. Это наш день, действительно. Да, мы его запомним надолго. Все, что мы задумывали сегодня, все было на высшем уровне. Нам очень понравилось.